Анонс и точнота выхода 142 серии турецкого сериала «Плен». 142 серия сериала выйдет в эфир 27 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Орхун пришел в комнату, и Хира удивленно спросила, что-то не так. Орхун ответил, что он пришел к жене в их комнату. Хира поинтересовалась, злится ли Орхун на нее. Он ответил, что наоборот, полностью с ней согласен. Селин стала рассказывать Хире, что она совершенно случайно сломала браслет на работе. Но Орхун сразу же вмешался и починил его, за что она была ему очень благодарна. Это очень порадовало Хиру, ведь она думала, что Орхун сделал подарок Селин. Когда Селин разговаривала с Нуршах, то говорила про новый рабочий план. Она считает, что все хорошо продумала, и Орхуну это обязательно понравится. Только Орхун отказался от приглашения Селин и сказал, что не сможет прийти. Затем он взял Хиру за руку и посмотрел ей прямо в глаза. Нуршах порадовалась за Хиру и Орхуна, а Селин никак не могла ожидать отказа. Поздно вечером, когда Орхун и Хира находились в своей спальне, то он спросил, идти ему или нет. Хира попросила Орхуна остаться и никуда не уходить. Кинан вышел из палаты Мирьем и спустя время услышал, как она громко кричит и зовет его. Когда Кинан сразу же примчался к Мирьем, то увидел ее стоящей на ногах. Она с улыбкой на лице сказала, что может ходить. Кинан очень порадовался за Мирьем, ведь врачи не давали положительных прогнозов. 142 серия сериала выйдет в эфир 27 июня. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.